привет! Меня зовут Катя, и вы находитесь на моем канале Aromatic Bubble. Каюсь, еще летом многие из вас просили меня показать, как я завязываю ленточку на коробке, так, чтобы на уголочек. И я совсем забыла о том, что я обещала вам это показать. И как раз сегодня одна из моих подписчиц попросила, напомнила, чтобы я как раз сняла видео по тому, как я завязываю ленточку на коробке. И вот как раз сегодняшнее мое видео будет посвящено этому. У меня такой экспресс-выпуск будет, то есть видео небольшое совсем, и оно будет как раз посвящено именно вот упаковочке и декорированию коробки. Давайте для начала составим наборчик. Я буду сегодня использовать вот такие вот мыльца. Красивенько сейчас мы их расположим в коробочке. Я вот положила наполнитель сюда. Теперь как-нибудь вот так вот. Как видите, у меня мыло все в одной цветовой гамме, такое лилово-оранжевое. Вот, не знаю, захотелось мне именно такой наборчик составить. Вот, выглядит так. И в пустые места мы добавим дольки мандаринов. Вот так вот. Вот такой получается наборчик. Так, и теперь мы его закрываем. Но, как видите, очень часто в таких коробочках крышка уж больно свободна. Да, то есть на коробке. И если дарить так набор, не дай бог кто-нибудь вот так вот возьмет, и все упадет, все испортится, испачкается и так далее. Поэтому как раз вот такие вот коробочки я их декорирую, обвязываю ленточкой. Еще один вариант, как можно закрепить такую прозрачную пластиковую крышечку. Вы можете взять любую наклейку, наклеить ее вот сюда сбоку. Ну, с одной стороны, вроде как и в крышечка крепится, фиксируется, ну и красивенько. Но, опять же, вроде как вот здесь вот сверху не так красиво. Для этого, чтобы нам завязать ленточку, мы берем непосредственно ленту. Я ее отрезала предварительно, замерив нужный мне размер. И теперь вам надо определить, с какой стороны у вас будет бантик. То есть снизу или сверху. Соответственно, с той стороны и начинаем завязывать. Предположим, я хочу, чтобы бантик у меня был там, где у меня снежинка. Поэтому со стороны рукавичек я завязываю, накладываю ленточку. Вот так вот накладываю. И пропускаю ленточку. Вот эту часть я веду сюда. А эту часть я веду сюда. То есть вот так у нас получается. Так, теперь мы выравниваем ленточку так, чтобы она была ровна. И вот именно если вы будете завязывать ленточку по такому принципу, она никогда у вас никуда не свалится, не съедет и так далее. Вы можете просто завязать бантик, а можете прикрепить вот такую вот бирочку. Такие бирочки мне печатает моя знакомая. Так как у меня принтера нету, да, и я об этом постоянно говорю, поэтому на печать я отдаю файлики моей хорошей знакомой, она мне печатает. Что-то она находит, какие-то картинки, что-то я нахожу в интернете. Соответственно, вот у меня есть такие бирочки, они с текстом, очень хороший, красивый текст, либо просто вот с Новым годом и Рождеством. Давайте вот, наверное, такую большую, здесь очень хороший текст написан. Для этого мы продеваем ленточку в нашу бирку, и она будет вот так вот у нас здесь находиться. Так, и вот второй хвостик. Вот так вот получается наша бирочка. Вы можете завязать сейчас на двойной узелочек, так, чтобы коробочка... так, чтобы ленточка держалась, никуда не разъезжалась. А можете прямо сразу же ленту завязывать.
вот такой вот бантик получается. Красивая бирочка, бантик. Можно здесь немножко подрезать ленточки. Многие из вас спрашивали, обжигаю ли я кончики на ленточках. Обжигаю. Я просто этого не делаю на камеру. То есть, как только камера выключается, вот эти вот кончики я обжигаю. Ну, не знаю, почему-то вот я не хочу на камеру этого снимать. Вот. Ну, это вот у меня какой-то такой пунктик. Вот, обрезали. Ленточки всегда обрезайте под углом. Вот так вот уголочками. Во-первых, это красиво, ну, а во-вторых, это правильно. И вот такой наборчик получается. Ну, с обратной стороны я вам сейчас вряд ли покажу. Ну, вот, ленточка вот так вот огибает. И она всегда на месте, никуда не свалится. Я надеюсь, что сегодняшнее видео было вам полезно и пригодится. Ну, а я с вами прощаюсь. До новых встреч. И впереди, как обычно, много новых и полезных видео. Всем пока!